Привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня готовим вот такой шоколадный торт. Готовим бисквит. Яйца с сахаром взбиваем до увеличения в объеме. В яичную массу добавляем муку, какао и разрыхлитель. Все это очень аккуратно перемешиваем. Тесто наливаем в форму и равняем. Отправляем в разогретую духовку выпекаться при температуре 180 градусов. Готовность проверяем палочкой. Готовим крем. В ковш добавляем шоколад, сливочное масло и сливки. Ставим на огонь. Разогреваем до полного растворения шоколада. Шоколад растопили. Взбиваем блендером 5 минут. Крем накрываем пищевой пленкой и отправляем в холодильник на 1 час. На
Наш бисквит готов. Даем остыть. Бисквит остыл. Разрезаем на коржи. Крем наш тоже остыл, готов. Собираем наш торт. Коржи пропитываем кофе и соединяем кремом. Отправляем торт в холодильник пропитаться на несколько часов. Вот такой торт у нас получился. Сейчас мы его порежем.